Ese de Prisco. Средний. В итоге мяч у Бриска. Бриска, быстрая скидка на Эрика Кейдуса. И... рядом в тени штрафных. И здесь есть возможность забивать сверху. Здорово. Но все же Данком снова выводит вперед Кимке. Бриска видит дорогу к кольцу. Это хорошая передача на периметре Кристиана Кангура. Атака за атакой. Кимке пока возвращают все, что удается насобирать. Калеву и Азу над кольцом, но не точно. И Айзея Бриска в сторону Кремля и его бока. А сейчас Дженкинс продолжает свою дуэль с Айзея Бриска. И... сейчас Дженкинс на самом деле может бросать сам. Уже он просто как будто... на кольцо. Гостей из Эстонии. Дженкинсу. Ну и Айзея Бриска продолжает свой крестовый поход. И на этот раз достигает максимум желаемого. 2+1. Прекрасно читает мысли Вандермарса Стефан Маркович. Организует быстрое нападение. Айзея Бриска против Большого Робинсона. Пас на сок. Будто немного пропали силы для быстрого отрыва, но нет. Третий период баскетболистов подмосковной команды. И вроде как нашли управы на Айзею Бриску, но игрокам в синих майках. Сейчас Дженкинс против Айзея Бриска забирает по Цедрика Симмонса, но вовремя подключается к атаке Томаса Робинса. Эрик Кейдес, Сергей Мони отправляется в проход. Посмотрим, сейчас пытается заиграть внизу Сергея партнера, но вот Томас Робинсон явно не мастер этого заброса под кольцо. Откапывается под кольцом, откуда можно попробовать забить сам. Или